Доброе утро! В эфире телеканал «Кубань-24» в студии Екатерина Славянская. 3 марта на календаре. Пятница, и это должно радовать наших зрителей. Всемирный день писателя в этот день празднуется. Также Всемирный день дикой природы, Международный день охраны здоровья уха и слуха. Также день, насыщенный историческими событиями. В 1613 году Земский собор избрал российским царем Михаила Федоровича Романова. Закончилось смутное время, и на 300 лет род Романовых стал императорским. В 1861 году император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. В 1875 году в Монреале на катке «Виктория» состоялся первый официальный матч по хоккею с шайбой. От истории к настоящему и даже будущему. Благоустройство городской среды – это глобальный тренд 2018 года, заданный на самом большом президентском уровне. При этом он посоветовал глава страны чиновникам заниматься этими вопросами, не в тиши своих кабинетов, а активно вовлекая в эту работу граждан. Ну, собственно, с нашими гостями мы сегодня об этом и поговорим. У нас в гостях депутат Государственной Думы от Краснодарского края Наталья Костенко и студент Кубанского государственного аграрного университета Виталий Яковенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, расскажите, пожалуйста, я так понимаю, в Краснодарском крае у нас давным-давно все хорошо и движемся мы в этом направлении. Расскажите о проектах, которые мы уже запустили. Ну, у нас в стране в целом есть где приложить усилия в этой сфере. Вот. Я хотела сказать о том, что вот этот тренд, который задан на этот год, вместе с экологическим процессом, который запущен тоже президентом, это означает такую как бы объявленную генеральную уборку во всей стране. И вот этот проект, о котором мы говорим, он начинался с дворов. Да? То есть «Единая Россия» на этот год выбила 20 миллиардов на благоустройство именно дворов, в том числе миллиард пойдет на дворы Кубани непосредственно. Но этот проект в глобальном плане, конечно, он не про благоустройство дворов, а вообще про глобальное преображение, переустройство нашей страны. И почему? Да? Потому что говорят, вот все начинается с дворов. Что у тебя в квартире, что у тебя на рабочем столе, что у тебя во дворе, что у тебя и в жизни, правильно? Если человек, и главный призыв, вы совершенно справедливо отметили президента, в том, чтобы вовлекать именно людей. То есть если люди научатся и будут добиваться благоустройства своих дворов, то, конечно, они в целом смогут больше решать проблем, которые не связаны с сферой благоустройства, а вообще в жизни в нашей. Ну, еще одна важная деталь, что часто даже граждане не всегда могут договориться, что они хотят иметь в этом дворе. Да? И этот проект в этом смысле – это некая такая социальная терапия, которая призвана, во-первых, сблизить вовлечь всех в процесс. Общество и власть, да, то есть снять какие-то барьеры и предубеждения друг к другу, а с другой стороны научить граждан договориться между собой в рамках одного двора, да, потому что появится лишний стимул узнать соседа, да, узнать, а чего он хочет, понимаете, поэтому это уникальный такой проект, ну, который нужно было бы придумать. Ну что ж, вы сегодня не одна пришли, как раз, собственно, с молодым человеком, активным участником, и так, расскажи, пожалуйста, как ты участвовала, что тебя мотивировало? Ну, основной мотивацией, наверное, было предложить создать что-то новое, потому что мы, как студенты, первый раз столкнулись с тем опытом, что работа с реальным проектом, с реальным, можно сказать, заказчиком, да, потому что мы работали с депутатами, с администрацией города, с местными жителями. Для архитектора вообще важно его имя важно, и поэтому, когда предлагают этот проект, то... Ну, на что основное внимание вот ты уделял? Вот появилась возможность, да, не просто сделать этот проект на бумаге, но еще и взаимодействовать с жителями, да, чтобы помочь городу привнести как единый облик городу, что ли. Когда мы делали и бульвар Дальний, и сквер Лазурный, то мотивировались на то, что... Виталий, ну все-таки какие моменты вот вы бы хотели, допустим, да, там, акцентировать на них внимание? Сложно было с гражданами договариваться между собой. С гражданами было несложно. Мы проводили социологические опросы. И было, вот, например, когда мы проводили его в сквере Лазурном, то там проживали именно молодые семьи. Поэтому была выбрана тема семьи. Угу. Что вы можете предложить семьям?
семьям там было предложено, что весь парк будет оснащен специальной тротуарной плиткой, где мамы будут гулять со своими детьми, им будет удобно. Там будет большая арка на входе, которая будет ознаменована семьей. Да? Маленькие архитектурные формы, которые будут выполнены в форме животных со своими детьми. То есть ребенку с детства будет прививаться тема семьи. Угу. Что касается бульвара Дальнего, то там мы знали, что рядом находятся 3 школы в шаговой доступности, и была выбрана тема античных школ под открытым небом. Угу. Прекрасно. Наталья, ну еще вот такой вопрос. Если все-таки жители захотят поучаствовать в благоустройстве, куда им обращаться и как можно применить свои силы? Ну, до 1 апреля будут в муниципалитетах сформированы специальные комиссии, угу, которые, собственно, будут утверждать и принимать те заявки, которые будут инициировать активные граждане. Активные граждане должны понимать, что старт у них 1 апреля, потому что времени до конца года реализовать их проекты будет мало. Вот, поэтому лучше быстрее как бы это сделать. Но граждане должны понимать, что им придется провести собрание собственников жилья, прийти к некому знаменателю общему, чего они конкретно хотят. Какой-то просто минимальный набор, да, это освещение, там, тротуары, какие-то... тротуарную плитку, все, что необходимо, да, для либо они хотят жизни. Либо они хотят что-то более серьезное, это детские площадки или площадки для прогулок собак или другие какие-то форматы. Это все будет утверждено краевой программой. Но сама программа предусматривает некий формат соучастия. То есть граждане, в том числе на этом собрании, должны определиться, если они хотят дополнительные какие-то виды работ у себя во дворах провести, они будут дополнять это деньгами, либо собственным участием. Это как бы предполагается. То есть либо своими силами, да, либо мне финансовым. Кажется, такой формат, который как бы исключит те случаи, когда, например, устанавливали детские площадки, а потом двор отказывался брать на баланс, и это приходило в негодность и к травмоопасным ситуациям. В общем, найдете ситуациям. Подход к каждому. Спасибо огромное, что сегодня нашли Спасибо. Время, да, и я думаю, что с вашими усилиями наш город и край будет еще краше. Ну, а я напоминаю, что все интервью вы можете увидеть на нашем сайте kuban24.tv. Оставайтесь с нами.